Резкое потепление на выходных спровоцировало всплеск природных пожаров. За два дня произошло 19 степных палов по всей республике. Самый крупный возник в субботу в Алтайском районе рядом с деревней Кайбалы. Там линия огня протянулась на 2 километра. Но по-настоящему жарким стало воскресенье. В общей сложности выгорело более 14 тысяч квадратных метров степи. Наибольшие очаги зафиксированы недалеко от Новокурска в Бейском районе и возле Саяногорска. Горел в выходные и лес. Это первый в сезоне лесной пожар. Очаг возник в 12 километрах от Усть-Бюря. На его локализацию ушло более 4 часов, а на полную ликвидацию почти сутки. Огнем пройдено 19 гектаров, из них 7 именно лесные насаждения. По предварительной информации, причиной возгорания стала человеческая халатность.